Всем огромный привет! Сегодня приготовим очень вкусные сырные кабачки. Готовятся легко, просто и, главное, быстро. У меня два небольших кабачка, я их уже помыла и почистила. Нарезаем кабачки кружочками. Кабачки нарезала и пока их не солю. В разогретую сковородку наливаю масло и отправляю кабачки обжариваться. Обжариваю кабачки с двух сторон. Пока кабачки жарятся, приготовим сырную начинку. Я натерла сыр. Добавляю сюда свежую зелень, у меня укроп. И по вкусу тру чеснок. Начинку хорошо перемешиваю. Кабачки переворачиваю и обжариваю с другой стороны. В этот момент кабачки по вкусу можно посолить. Кабачки обжарились, стали мягкие. Попробуйте, проткните их вилкой. Далее сверху выкладываю сырную начинку. Не жалейте, кладите вот так с горочкой. Прикрываю крышкой и оставляю обжариваться до расплавления сыра. Готовые кабачки выкладываю на тарелку. Посыпаю сырные кабачки дополнительно свежей зеленью. Обязательно приготовьте такие кабачки. Это невероятно просто и вкусно. Тонкий аромат чеснока, вкус сыра приятно вас удивит. Кому понравится этот рецепт, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, не пропускайте простые доступные рецепты. Эти кабачки готовятся без всякой возни. Всем до свидания и пока!